Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? По нам! Заглянешь к нам, дорогая? В другой раз, Элли. Честное слово. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. Ну, мне пора. Да, да, вали уже давай. А ты, похоже, не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь. Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Скорпион и Мич хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. На Солы и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как о тебе заботятся. Угу. А у тебя как? Есть близкие? Не, пока что нет. Но может, скоро будет? Окей. Эти ребята были в армии? Скорпион и Меч? Да. Панцербои. Были контрактниками на последней войне. Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Мич был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Мне говорили, что Рокки Ридж — это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт-Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то? Тысячи. Ехала я как-то по E80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати-поле. Так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Все. Мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Сперва все осмотрим. Может, найдется что-то полезное. Thank you.
Рокки Ридж мертвее мертвого. Все поломано, ничего не работает. Я нашел лучшие ченнели, но питания тут нет! Неважно, спускайся! Я знаю, как удивить этих мразей! Смотри, перекресток включен к этой подстанции, правильно? На крыше распределитель. Если включен свет, останется только днем, понимаешь, почему я? Окей, найди питание, а я поищу точки доступа. Ага, мало ли сколько подъедет. Может, целая бригада? Надо их как-то обхитрить, чтобы потом добраться до моей машины. Не парься, я все придумал. Поиграем с ними на перекрестке. Вот это я понимаю. Какая поищу, кто приехал такой изобретательный. Только варвар надо спустить терминал внизу. Без него отразили делителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо сработает. Подождешь меня, пацан, хорошо? Я сейчас тебе не машину.